Собчак резко ответила на оскорбление Сабурова. «Ты такой смелый, а как про главное, так у тебя ипотека». Так высказалась Ксения Собчак. Ну, тут еще кое-что. Она и пишет: «Нурланчик, любимый, про лошадь». Промолчу, потому что это как анекдот про тещу. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будьте в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом.